Привести аллею героев в надлежащее состояние – такая задача поставлена президентом перед администрацией Бендер. Накануне Вадим Красносельский в сопровождении главы госадминистрации Бендер Романа Иванченко проинспектировал ход работ по благоустройству части Борисовского кладбища, где упокоены защитники Приднестровья. Оформление комплекса будет единым и соответствовать памятно-траурной сути. На данный момент со всех могил демонтировано плиточное покрытие. Его заменяют на гранитное. Для надгробий выбран серый цвет. Оттенять его будут черные и бордовые элементы. К единообразию приведут и именные памятные плиты, в том числе и те, что установлены неизвестным защитником. В случае необходимости замены вопроса в обязательном порядке должен быть согласован с родственниками погибших героев либо членами соответствующих общественных организаций, подчеркнул Вадим Красносельский. Параллельно ведутся работы по оформлению территории вокруг памятного креста, у которого проходят литии по усопшим защитникам республики, а также покрываются траурной плиткой дорожки. Новая благородная окантовка требуется и клумбам, расположенным по соседству с захоронениями, заметил глава государства. Кроме того, он напомнил о значимости озеленения. Работы должны быть завершены до 19 июня текущего года.